проигрывать это сборная солянка, вот это вот, как я, шляпа называю, да? Шляпа. Шляпа Денон, стол. Якобы я в интернете там человек написал, что эта фирма делает Sony. А, как это называется? Камень такой искусственный. Стол тяжеленный. Да, от Alarm 308 Saeg Mew. С неправильно согнутым тонаром. Изгиб у него, они ошиблись. Ровно в два раза меньше согнули, чем нужно. Головка повернута. Так, дальше что? Так, дальше. Значит, фонокорректор Анатолий Девичинский. Поставлю его. Предварительный усилитель Крэл, KRC-HR, это топовый прет. И оконечный усилитель Bose. 18.02. 18.01. 18.01. Акустика. Акустика у нас Арена. Да, Рэнк Арена. Топовая модель HT25. Так, запись сейчас будет у нас Берт Кемфет на старом Полидоре, это еще начало 60-х годов. Надпись выполнена так, как на шарфе. Вот, в общем, писали они. Потом пошел современный Полидор, уже не такой звук. Вот сейчас послушаем. Давайте.